Ignited Freddy. Да вы задра... Все, все, я не буду вам поддаваться, я вам поддавался. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби, Angry Panda, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Мне нравится, как ты здороваешься. А ну, Серега, вот так надо. У нас сегодня классная рубрика «Угадай аниматроника по звуку». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Закрывать двери. Сегодня у нас будет по-другому, потому что буду я аниматроником и мочить пацанов. Готовы? Ну, давай. Абсолютно. Ой, я знаю, кто это. Кто это? Это... Я даже говорю. Такой желтый человечишка под названием. Давай. Это Фредбер. Молодец. Да я знаю, что ты угадал. Я проверял, мочит или нет. Ладно, ладно, все отлично. Так, первых аниматроников они угадали. Поехали дальше. Это... Сейчас. А какие еще звуки? О, это сильно было очевидно. Ну-ка. Блин. Только с префиксом. Это новый Фокси, New Фокси. Молодец. Пошел вон отсюда. Щенок. Хорошо, я так понял, что вы с этого пака сейчас всех угадаете. Тогда мы берем с другого пилпака. Ну-ка. Ну-ка. Эх, кто это? Блин, это... Блин, тоже знакомый. Знакомое что-то. Ну-ка. Сейчас. Блин, это... Визерет Спрингбонни. Я угадал. Угадал. Ладно. Не прокатило то, что с другого пилпака беру. Думал, вы все-таки не догадаетесь. Вот молодцы. Музыка похожая. Похоже, хорошо. Так, эти звуки вообще не издают. А ну давай. А ну-ка, вот это. Ну, Дим, ты сам себя выбил только что. Это Five Nights at Candy's. Ну-ка. Это кто у нас? Да я-то выдал, но надо угадать среди всех это этих чё? Аниматроников это одного. Честер, наверное. Ну давайте. Это Синди. А я не знаю, это Визер от Синди. Ну да, ладно, угадали. Вот, ребята, хотели, чтобы я наказывал Серегу, и мне не получается. Хорошо, давайте прям сложный буду брать. Не хотел я этого делать. Ну-ка. Так. Ну ты знаешь, кто это, да? Кто это? Это... А ну я звук. Ну, сейчас я вас замочу. Вот сейчас вы попадетесь мне. Ну, давай. Мне уже нравится, что сейчас пацаны не угадают. Давайте, 5 секунд. Это... Я не знаю. Открывай тогда, или называйте хоть кого-то, ну. Жопа с ручкой. Ах, неправильно, не жопа с ручкой. Писюн с ручкой. Ребята, у нас третья классно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А сейчас? Ну, вторая часть. Старый аниматроник очень. Так, какие еще звуки есть? А ну... Это... Ну-ка. Это с карты, что было. Ну-ка. Давай еще чуть-чуть. Вот такой звук ходьбы. Это Фокси был. И ну-ка. Части... Точно Фокси? Части, по идее. А ну еще раз. Давай звуки немножко. Вот такой звук. Ты сожгут сейчас. Бега. Ну-ка. Кто это? Я думаю, это... Нет. Это сломанный Бонни. Ребята, как вы и хотели, чтобы я в этой серии Серегу наказывал. Все сходится. Классно. Ну, закрывайте двери. 2-2 пока что. 2-2, да. А сейчас? Вторая часть, ну кто?
классный пилпак, этот вы уже не угадаете. Сегодня моя очередь всех наказывать. Ура! Это не лэпки. Чё? Это не лэп? Как он шагает? Ну слышишь звук прям лэпки? Божий. Дим, нажми на F. Вот я нажал. Он шипит? А вот на пробел, слушайте. Я думаю, это лэпки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Блин, класс, класс, мне это очень нравится. Давайте вам попроще. Кто это? Сейчас скажу. С префиксом обязательно говорить. Это Rockstar. Кто? Он с гармошкой, да? Rockstar Fawkti. Угадал, угадал, угадал. Мочите. Отлично, хлопцы сегодня в ударе. Так, это было специально попроще, чтобы вам было, ну, реально полегче. Потому что я понимаю, что угадать было тяжело. Но теперь вам никаких поблажек. Никаких. Давай. Так. Кто это такие звуки издает? Ты, через дверь не смотри, я вижу твое дуло. Кто, кто? Я не знаю, кто это. Реально? А потому что мы ни в одной серии в этой рубрике, это третья часть, ни раз, а четвертая даже, мы ни разу этого аниматроника не брали. Ну-ка, ну-ка, давай. Нет, это не четвертая, это шестая тоже. Только это либо Молтон Фредди, либо... Либо Лефти. Тут я не знаю. Погоди. Фантайм Фокси. Энгри Панда реально был прав. Еще бы чуть-чуть, и вы угадали. Но чего-то не хватило. Хорошо, хорошо, давайте вам такого. Видимо, автом, наверное. Кто? Ну, думайте хорошо, потому что сейчас опять проиграете. Кто такие звуки издает? Я даже знать не знаю. Сигнал потери. Серега, я буду вас сейчас мочить. Ну, давайте, кто это? Так, поезд, давай еще какие-нибудь звуки. Это Purple Guy, походу. Точно? Ну, ком, я не знаю, давай подумаем еще. Мне так нравится, что они не могут угадать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вы тоже не видите, я могу вас специально запудривать мозги, чтобы вы типа думали, это... что вы неправильно. Автон, либо Пурпл, либо просто Вильям Автон. Угадываю. Ну-ка, остаточно. Короче, из трех кого выбираем? Автом или... Давай Автона. Короче, мы за Автона. Угадали, молодцы. Ну да. Блин, Angry Panda, ты больше не идешь с нами записывать, ты всех знаешь. Ну реально очень хорошее знание. Ребят, если вы хотите с нами записывать рубрики и вы разбираетесь в аниматрониках, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании, рады каждому подписчику. Скоро 30 тысяч в Дискорде, давайте поможем добить. А давайте вот такого вам возьмем. Запудрю вам мозги немножечко. Кто это? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто такие звуки издает? А, такая лоудинг. Ну-ка, 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 пацанчики, подумайте, хорошо. Еще разок. Есть что-нибудь на примете? Вот классная рубрика. Мне очень нравится, когда вы угадываете, а не я. Потому что я знаю, что вы сейчас проиграете. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слушайте, вот так вот бегает. Медленно. Кто так медленно бегает? А, я, кажется, знаю. Кто? Это с FNAF 6. Так. Это у нас... так. Может, Scrap Baby? А ну, под... ну еще раз звук можно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто такие звуки издает? Может, из... The Joy... И счастье какое-то. Ну-ка. Не-не-не, это точно не стой.
Пацаны боятся. Ну, а, определяйтесь. Может, Молтон Фредди? Ну, открывай тогда, проверяем. Молтон Фредди. Не угадали. Вот прикольно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Закрывай. Подлог. Хорошо, хорошо. Вот такая вот сейчас будет у нас. Даже вам подсказал, что это она. Так. Еще раз. Скраб-бэби. Скраб-бэби? Скраб-бэби. Я пошутил, это он. Вы никогда... Главное правило. Не верьте Димасу ТВ. Особенно в этой рубрике. Ты слышал звук Скраб-бэби? Вот это Димаса мальчик. Ну что ты? Кто такие звуки издает? Хорошо, давайте другой звук. А, такой же, подожди. А если так... Так. Кто такие звуки издает? Систер Локейшн. Не знаю, это же не аниматроник, это часть. А кто именно из этой части? Ну-ну-ну-ну-ну, хорошо подумайте. Это не Балора? Какой там звук? Я что-то не разобрал. А ну еще разок. Ну это же девочка получается. Может, Фонтайм Фокси, либо Балора, либо Бэйби. Короче, давай ты выбери Фонтайм Фокси, а я Балору. Давай. И кто из нас прав? Хорошо. Хорошо. Я выбираю Балору. Не туда. Ребята, у нас получается очень классная серия, где я отрываюсь за все ролики, которые Серега мне мочил. И в этот раз у меня получается очень круто обманывать. Хорошо, давайте вам сделаю немножечко посложнее. Куда еще сложнее, не знаю. Это я, кажется, знаю кто. Это с Пилпака The Joy of Creation. Так, правильно угадал. Это Фокс. Да ты видел, ты камеры включил. Нету камеры у меня. А, извини, да. Ты телефон положил на пол и подрубил камеру. Хорошо, давай вот этого. Это... Блин, только два аниматроника такие звуки издают. Ну-ну-ну-ну. Это либо... С префиксом Ignited обязательно. Bonnie, это либо Ignited Bonnie, либо так. Ignited Freddy. Так. Ignited Freddy. Да вы задра... Все, все, я не буду вам поддаваться, я вам поддавался. Да слышишь, я только обрадовался, что я вас наказываю, теперь вы меня наказываете. Мы все, мы тебя наказывать будем. Хорошо. А че звуки этого додика? Ой, ой. Нет, я его убираю. Я убираю его, он звуки не издает. Хорошо, давайте же... А я понял, с какой-то части. Так, не умничай. А вот это? О! Это Чика. Нет, это не Чика. Так Чика только делает. Так, мы Angry Panda не берем больше. Панда. Это не Чика. А кто это? Это с... вот ты спалился, это Twisted Bonnie. А что ты открыл дверь, посмотрел, а потом сказал? Ты! Ладно, угадал. Ничего не... Хорошо. А, он звуки не издает, хорошо. А ты по такой, может, что-то издает? Ой, ой. О! Кто это? О! Twisted Gold... Нет. Это Nightmare Golden Freddy. Да блин, ты меня в пузо не стреляешь. Да ну тихо. Как это два меня выпало? Изнутри и снаружи? А чё не исчезает? А, растворейшн. Хорошо, хорошо. А вот этот? Нету. А, он звуки не сдаёт. Хорошо, не буду вам поддаваться в этот раз. О! Кто? О, я знаю. Это... Сейчас. Давай, думай. Так. Это у нас Кэт из Five Nights at Candy's 2. Ну нафиг, ты как? Да вы задрали угадывать. Да ты вообще читаешься по книжке теперь. А, хорошо, хорошо. Давай тогда вот так сделаем. Ну все. Кто это? А покричи.
А нема других звуков почему-то. А ты, ты атаку. Ну так, погоди. Ну это первая часть, это все. Это да. Часть. Ты что выбираешь? А, ты услышал? Ну ты что выбираешь? Пройди. Я думаю, блин, это трудно на самом деле. Они все там мне нравится, что вы не можете угадать. Давай, я Фредди, а ты... Короче, я Голден Фредди выбираю. Да ты задрал! Да ну блин, ты как будто вы знаете все. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай эту пиццерию. Вот так вот. Ого, отлетела дверь.